Крошка Антошка ТВ представляет. Вот едет очень необычный автовоз. А кто же сидит в кабине? Это же Футбик, веселый мячик. Футбик помогает автовозу. Мультик-игра. Автовоз везет силуэты тех машинок, которые он должен собрать. Ребята, давайте поможем автовозу найти все машинки и расставить их по местам. А вот и первая машинка. Где же ее место? Здесь? Здесь? Или здесь? Точно! Молодцы, ребята! Вместе с Футбиком мы нашли место для первой машинки. Нам надо найти следующую машинку. Так вот же она! Ребята, куда ее загружать? Сюда или сюда? Посмотрите внимательно на контуры силуэтов. Правильно! А еще силуэт называют тенью. Две машинки уже найдены. Ура, третья машинка! Ребята, а вы видите ее силуэт? Отлично! У нас хорошо все получается. Это потому, что мы все вместе помогаем автовозу. Я вижу еще одну машинку. А где же ее место? Не пойму. В нашем автовозе нет силуэта этой машинки. Она ждет другой автовоз. Да, чуть не забрали чужую машинку. Надо всегда быть очень внимательным. А вот и машинка. Где же она должна стоять? Вот место для нее. Вот эта машинка точно наша. А чужое брать не надо. Да, другой автовоз сильно расстроится, если не найдет свою машинку. Интересно, а эта машинка наша? Сейчас проверим. Да, вот ее место. Мы собрали уже много машин. Отличная команда помощников у автовоза. Осталось найти 4 машинки. Вот она, вот машинка. Ну, это несложно. Вот. Я уже собрал так много машин, я больше не хочу их собирать. Но ведь нас ждут и другие машинки. А автовозу без нашей помощи будет сложно. Да, нам надо найти все машинки, ведь они тоже ждут наш автовоз. Ура, еще одна машинка нашлась. Я знаю, где ее место. Вот оно. Вот видишь, Футбик, как здорово, что мы не отступили. Да, очень приятно помогать другим. Вот еще одна машинка ждет наш автовоз. Где ее силуэт? Правильно, здесь. Осталось забрать еще одну машинку.
Карта подсказывает, что машинка уже недалеко. А вот и она. Загружаем на свободное место. Ура! Мы вместе помогли автовозу. Видишь, Футбик, как хорошо, когда задание выполнено. Спасибо вам за помощь, ребята! Тентованная фура. Тентованная фура – это грузовик-тягач с полуприцепом, покрытым тентом. Эвакуатор. Эвакуатор перевозит поломанные машины. Автобус. Автобус перевозит пассажиров. Автоцистерна. Автоцистерна перевозит жидкие грузы. Карьерный самосвал. Карьерный самосвал работает в карьерах, где перевозит тяжелейшие грузы. Авторефрижератор. Авторефрижератор – это грузовик-тягач с холодильным полуприцепом. Поприветствуем участников гонки. Номер один. Участник номер два. Номер три. Номер четыре. И участник номер пять. Машины заезжают на старт. Один. Два. Три, четыре, пять. Тягачи готовы к старту. Старт! Участники устремились вперед. Каждый хочет стать победителем. Идет напряженная борьба. Вперед вырывается тягач под номером 3. Но его обгоняет четвертый номер. Вот его обходит тягач под номером 1. От него не отстает пятый номер. И вот финиш. Гонка окончена. Чемпион определен. А мы повторим выученные сегодня цифры. 1, 2, 3,
4, 5. Молодцы! Очень много разных грузов перевозят по железной дороге грузовыми поездами. Но еще больше грузов перевозят грузовики, ведь они могут доставлять грузы быстро и точно, прямо к месту назначения. Вот, например, этот грузовик может перевозить крупные грузы на большой открытой грузовой площадке. Давай соберем пазл с этим грузовиком и посмотрим, как он работает. Наш грузовик заехал в гараж. Именно из этой картинки мы соберем пазл. Давайте ее запомним и разделим на кусочки. Начнем собирать наш пазл. Вот первый пазлик с кабиной. Поставим его сюда. Второй пазлик с частью кузова рядом. Продолжаем собирать кузов. Следующий сюда. Нет, неправильно. Он не подходит. Куда же его поставить? Может, сюда? Тоже нет. А если сюда? Перевернем? Нет. Это же кабина. Вот его место. У нас все получается. И этот поставим. Теперь пазлик с инструментами. А вот уголок. Вот еще один кусочек. Это стеллажи с запасными частями. Этот пазлик отсюда. И уголок с двигателем. Вот и нижний уголок. И сразу пазл с передним колесом. Этот кусочек отсюда. Мы почти собрали грузовичок. Ставим еще один уголок. И задние колеса. Пазл с грузовичком собран. Картинка оживает. Машинка уезжает. Сначала надо загрузиться. Заезжаем на склад. Грузимся. Этот груз надо отвезти срочно в магазин. Давай теперь посмотрим, как он возит грузы. Это же так интересно! Грузовики – очень нужные машины. Что бы мы без них делали? Наконец-то груз доставлен. В магазине его очень ждали. Ух ты! Ожившая раскраска с мощным тягачом и необычным полуприцепом. Это лесовоз. Давай раскрасим эту машину и узнаем про нее много интересного. Раскраски крошки Антошки. Голубой. Красный. Серый. Темно-серый. Черный. Зеленый. Светло-зеленый. Бежевый. Коричневый. Оранжевый. Мы раскрасили лесовоз. Пора браться за работу. Лесовоз – грузовой автомобиль. Он перевозит бревна. Загружаем. Понятно, зачем лесовозу такой огромный полуприцеп. У него крепкие стойки и специальные защитные цепи, чтобы бревна не рассыпались, пока лесовоз везет их на деревообрабатывающий завод. Потом из древесины изготовят много разных нужных вещей.
А ты знаешь, что можно сделать из древесины? Из нее строят дома, делают мебель, изготавливают деревянные ящики и бочки и разные хозяйственные инструменты. Как много всего можно сделать из древесины. А не забыли ли мы еще что-нибудь? Точно! Из древесины делают музыкальные инструменты, школьные принадлежности, а еще игрушки и поделки, бумагу и картон. Вот какую важную работу делает машина-лесовоз.